Не могу не упомянуть о важности миграционных процессов в рамках нашего Союза. Одной из инициатив, предложенных президентом Кыргызской Республики, уважаемым Садыр Нургаджоевичем Джапаровым, является разработка системы признания результатов медицинского освидетельствования трудящихся. Это существенно снизит финансовые и временные затраты для мигрантов, которые в настоящее время вынуждены проходить такие процедуры повторно по прибытию в страну. Ключевую роль в реализации этой идеи играет цифровизация. Современные цифровые технологии позволяют создать единую систему для обмена медицинскими данными между странами и АЭС. Здесь можно опираться на успешный опыт использования мобильного приложения «Путешествуй без COVID-19», которое в условиях пандемии обеспечило эффективное взаимодействие между странами по проверке результатов ПЦР-тестов. Этот проект показал, что с помощью цифровых решений можно гарантировать подлинность медицинских данных, предотвратить фальсификации и ускорить проверку сведений. Именно цифровизация позволяет создать инфраструктуру, которая сделает возможным признание медицинских справок на международном уровне.